Пусть P – простое число. Докажем, что сумма значений символов Легендра, взятых по любому отрезку, mn – совершенно любые числа, меньше, чем корень квадратный из P умножить на 1 плюс логарифм P. В этом помогают суммы Гаусса. Как уже не раз обозначим, это корень из единицы степени p, то есть косинус 2π разделить на p плюс и синус 2π разделить на p. Вот, и вот g от x, гауссова сумма, это сумма символов a по p умножить на зита в степени x. Мы знаем, что для любого целого числа x, g от x, деленное на g от единицы, это символ x по p. И знаем, что модуль гауссовой суммы – это корень из p. А теперь все очень легко, удивительно легко. Мы вместо символа Легендра x по p пишем g от x делить на g от единицы. Подставляем вместо символа x по p g от x делить на g. И тогда смотрите, у нас здесь вот возникает сумма, просто по определению того, что такое g от x, сумма символ Легендра умножить на зита в степени ax. А это означает, что мы можем вот так вот записать сумму. При фиксированном a, да, у нас понятно, меньше или равно, но символ 0 по p все равно 0, поэтому можно писать меньше. Возникает диалектическая прогрессия. При фиксированном a мы вот эту вот сумму пишем как a по p умножить на геометрическую прогрессию. И когда будем оценивать по модулю, то символ ранней единицы, значит, здесь будет единица делить на корень из p. И смотрите, числитель по неравенству треугольника не больше двух, потому что каждое из этих чисел по модулю равно единице. А в знаменателе стоит 2 синус и a разделить на p. Таким образом, мы получили неравенство. Модуль S не больше, чем 2 разделить на корень из P. Сумма A бегает от единицы до P минус 1 пополам. Единица делить на синус PA делить на P. Ну, потому что картинка симметричная. И когда вы берете в качестве A P минус 1, то это то же самое, что в качестве A взять единицу. Поэтому вот я здесь написал двойку. Вот эти двойки сократились. Я написал еще двойку и в два раза уменьшил отрезок с умером. А дальше все легко. Синус выпуклая функция. Поэтому на отрезке от нуля до π пополам синус больше или равен, чем вот такая прямая с угловым коэффициентом 2π. Значит, при наших а синус πa разделить на p больше или равно, чем 2a разделить на p. Значит, там, где было единица делить на синус, мы пишем делить на 2а. Это сумма обратных величин, натуральных чисел, от единицы до p минус 1 пополам. Как известно, она меньше, чем единица плюс натуральный логарифм. Ну, можно было, конечно, писать натуральный логарифм p минус 1 пополам, но чтобы в такие подробности не вдаваться, я просто написал натуральный логарифм p. Задача решена. Это красивое очень неравенство, потому что смотрите, что оно объясняет. Что если у нас есть длинный участок, вот участок, длина которого больше, то там обязательно есть квадратичный вычет и квадратичный невычет. А если длина участка намного больше вот этой величины, то в таком случае квадратичных вычетов и невычетов на таком отрезке будет почти поровну. И доказательство, как видите, с использованием гауссовой суммы очень